замечательным нашим общим праздником. Дорогие наши ребята, такие красивые, такие хорошие, такие милые, добрые, интеллигентные наши ребята. Мы вас безумно любим. Мы даже не представляем каждый год, как с вами расстаться. За 10 лет бы настолько смочь вам не только изучить различные науки, но научиться жить с друзьями, в обществе, любить свою родину. Мы учим вас войти в нашу непростую, очень, прямо скажем, сложную взрослую жизнь. Мне очень хочется прежде всего поздравить тех ребят, которые являются уже сегодня студентами, которые успешно сдали экзамены и сегодня уже знают, что они выбрали свою дальнейшую дорогу. Мне очень хочется пожелать тем ребятам, которые еще не определились, выбирая свой жизненный путь, обязательно соизмерить возможности, свои способности и нужно ли вам в стране сегодня ваша специальность, ваше любимое дело, то есть востребованность вашей специальности. Это очень важно сегодня. Дорогие ребята, вы все такие красивые. Мне так хочется, чтобы всегда над нами было мирное небо и чтобы наши юноши защищали наших девочек только во время прогулок от соперников, но ни в коем случае никогда не воевали. Мне очень хочется, чтобы юноши нашли свою девушку, а девушка нашла своего любимого мальчика, с которым пойдут по жизни, и чтобы каждый из вас создал крепкую, прочную, хорошую семью, и чтобы ваши дети непременно, где бы вы ни жили, обязательно пришли к нам в школу учиться. Для нас это будет самая высокая оценка нашего труда. Дорогие ребята, я не желаю вам легкой дороги, она не будет легкой. И вы правильно мне не поверите, если я вам ее пожелала бы. Ваша дорога будет очень сложной, очень извилистой и очень ухабистой. Но мы вас учили преодолевать эти все трудности. И нам очень хочется, чтобы эти трудности, эти невзгоды, которые вас будут встречать, в общем-то, почти на каждом шагу, вы не сгибались, вы преодолевали их и непременно выходили победителями из всех самых сложных ситуаций. Дорогие родители, низкий вам поклон. Я не устаю говорить вам большое спасибо за то, что вы нам доверили самое дорогое, что есть у каждого человека. Низкий поклон за то, что вы есть, за то, что вы такие, за то, что каждый день, не желая сил, иногда бросая своих собственных детей, вы бежите ради наших детей. За то, что их выучили такими умными, такими добрыми, такими отзывчивыми. Вы знаете, мы сидели на экзаменах, и мы чувство гордости испытывали за то, что мои коллеги так прекрасно воспитали наших детей. Наши экзамены были такие разнообразные. Кто-то сдавал по билетам, кто-то защищал свои рефераты, а кто-то уже проявлял творчество. Они защищали свои проекты с использованием самой современной компьютерной техники. Они показывали свои возможности, свои способности, и они проявлялись прекрасно в съемках различных фильмов, которые мы смотрели на видео. Дорогие мои коллеги, я хочу с вами работать много-много лет. Много вам здоровья, счастья, любви и, конечно же, наших прекрасных учеников, которые нас никогда не забудут. Дорогие ребята, сегодня мы вам сейчас вручаем аттестаты зрелости. Это очень важное событие в вашей жизни, в нашей жизни и в жизни ваших родителей. Но хочется вам сказать, что для нас через много лет вы останетесь все равно такими же ребятами. Мы вас всегда ждем. Моменты радости, мы будем радоваться с вами вместе и гордиться. Моменты, когда у вас будут какие-то неудачи, если сочтете возможным, мы обязательно вам поможем их преодолеть. Ну что ж, дорогие мои, вы у нас непростые выпускники, юбилейные. Вы у нас юбилейные, потому что вы на рубеже веков. Вы у нас юбилейные, потому что в этом году наша школа отпраздновала 50-летие. Мне очень хочется, чтобы всегда помнили школу, всегда гордились ею, а я уверена, что мы будем всегда гордиться своими учениками, что наша страна получает большую
заметьте, что на столе лежат книги. Это книги не от школы, это книги не от родителей. Это книга, которая была издана на средства нашей управы Щукина. Эта книга посвящена событиям и городу, с которым дружит наша управа. Здесь идет разговор о Севастополе. Эта книга посвящена 2000 лет принятия христианства. И эта книга носит очень важный девиз «За веру и Отечество». Почему заговорила об этой книге? Потому что эту книгу вам дарит управа. Она сама ее издала и дарит каждому выпускнику. И сейчас я предоставляю слово представителю нашей управы Щукина. Большинство мальчишек. Администрация, я тоже вас поздравляю с окончанием школы. Желаю вам счастливого пути и добро пожаловать во взрослую жизнь. Спасибо. Вот.
средних школ, удостоенных за особые успехи в учении золотых и серебряных медалей. Пожалуйста. Выпускники Северо-Запада. Поклонники от имени префектуры, на которую внесен денежный вклад в благодарность. Аттестат и
своих детей привели в эту замечательную школу.
совесть, молодость и честь. К сердцам детей слагают педагоги свой разум, ищущий в неугомонный век. Достойны будьте выбранной дороги, достойны будьте звания человек. Вот видите, крайне презирайте, любите родину, как отчий дом. Я не могу без вас жить. Мне без вас и в дожди сушь. Мне и в жару без вас стыть. Мне без вас Щукина глушь. Поэтому приходите все. Поэтому я вас
критических ошибков. Активная и умная.
обращается учителям моим. В мои грызут гранит науки, и зубы в корень источа передают нам свои муки, порой ругаясь и крича. Один из них, Георгий Павлович, включая свой секундомер, пытается решить физический пример. И вот, когда совсем не в мочь, он просит нас ему помочь. А шестикрылый Серафим стоит, ругаясь вместе с ним. Мы знания повысим вам, и прямо в школе, в центре зала, построим вам мы аэроплан. Мы приходили.
5, 6, 7 спектаклей. Всегда премьер и всегда аншлаг. Это наша жизнь. Говорят, артисты очень любят повторять. Он каждый раз возрождается и умирает со своим героем. Мы каждый день успеваем прийти на первый урок, в 7-й класс, на второй мы становимся 8-классниками, на третьем раз и пятаки, а на 6-м приходит 11-й. Ну что ж, все спектакли, которые мы могли, мы вам
школе набежала, а вместе с ним учителя. Детей взрастили вы немало, но не ведете счет годам. Всего учили вы по многу, с усердием и как-нибудь. Пред нами ж ясная дорога, ты лишь учись и честным будь. Объем огромен всех предметов, но для того, чтоб все понять, нам научиться надо было читать, писать, еще считать. И дым отечества, и дым из кабинета, и языки, и астрономия, и соросы приветы, и много-много там еще предметов, заложено в умы растущих россиян. За все мы вас благодарим, за глупости у вас прощения просим, и уходя в распахнутую даль, тепло в душе своей о вас уносим. Как быстро настала прощальная дата, как быстро пришел расставание час, вы как-то не думали раньше об этом, теперь навсегда мы уходим от вас. Yeah.
Успеть вам желаем не горевать никогда ни о чем. Силы, здоровья, творческих дерзаний, счастливой жизни и успехов во всем. Мертвые рыбы в усохшей реке, зловонный звук.
сигара. Ну, что я могу с ним сделать, Сергей Владимирович? Ты ведь идиот. Идиот? Специальная комиссия проверяла его способности. Полноценен, как вы и я. Но я не могу с ним. Он сам ничего не знает, подбивает других. Вчера с ним ушло 20 человек. Это не разговор. Исключить его нам никто не даст. Я не могу с ним. Ты такой тип. Давите мне Кочегарова. Я здесь. Кочегаров, стой смирно. Не валяй, дурака. Долго мы с тобой будем мучиться, как ты думаешь? Год. Правильно, ты в восьмом. Ну, давай по-хорошему, садись. Давай. Ну, скажи мне, пожалуйста, зачем ты взорвал прибор, сообщающиеся сосуды? А я больше не буду. А больше не надо? Ну, ладно. Все равно другого прибора нет. Замечательно. Ну, а зачем ты школьную доску стеарином намазал? Чтоб мел не писал. Ты думаешь, дураки одни кругом, да? Я понимаю, чтоб мел не писал. А зачем, чтоб мел не писал? А пусть не пишет. Не, ну зачем, чтоб мел не писал? А пусть не пишет. Не, ну я не понимаю, зачем? Вот так просто. А так? Ну, а физику? Самуилу Яковлевичу, ты зачем воды на стул налил? А я же говорил, что он в теплом белье, а все говорили нет. Так он только к концу урока почувствовал. Значит. Вот, Кочегаров, парень у тебя башка. Ты же грандиозные гадости придумываешь. Кочегаров, почему я не могу взять со стула? Немедленно. Это гвоздь. Позоришь меня, школу, Анну Александровну. Да ты что, у нее семья есть. А я вам говорю. А я тебе. Все, в тюрьму на 25 лет срок отхватишь. Да ну. На холодном полу крысы кругом. Да ну. Хлеб и воду лакать будешь. Да ну да. Все. Ты почему два по геометрии? Ты почему два по геометрии? Она меня спрашивала тупой, а сама тупой не задавала. Не задавала? Не задавала. Выйди, позови. Анна Александровна, мальчик говорит, что вы не задавали. Ну как же не задавала? Задавала я. Вы их позовите. Ты, Кочегаров, дурака не валяй. Она говорит, что задавала. 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 А почему у меня в дневнике не записано? Не записано? Не записано. Выйди, позови. Анисан, мальчик все-таки утверждает, что вы не задавали. Ну, задавала я. Ну, что же, я совсем уже? Ну, это, я не знаю, ваши дела. Задавали, не задавали. Он вас предупреждал, что не знает? Или вы его спросили? Ну, а что я могла сделать? У меня весь класс смотрел. И вы ему два. Ну, а что я могла поставить еще? На троечку нельзя было натянуть. Ну, у меня совесть есть хоть какая-то. За что ему три? За что? Все. Родители вызывали.
ужасная. Вот где метры, одни двойки по физике. Давай. Убегу! Никуда не убежишь. Учиться будешь. Академиком станешь. Да вы так, папа, тише, в общем-то, с ним. Он мальчик не глупый, вот и Анна Александровна говорит. Это Анна Александровна? Да. А ну, трешку отдай. Кто сказал, что Анне Александровне на венок? А ну, трешку гони. Кочегарев, ты что, взял? Два раза гад брал. Первый раз Анне Александровне, а второй... Кто сказал, что директор... Антипа! Вышлите, вышлите, вышлите! Вышли! Он убьет его! Кочегаров! 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 Ну, я вижу, ты мальчик неплохой. Давай, Кочегаров, по-хорошему. Давайте. Ты хочешь учиться? А может, ты убежишь? Нет, ты хочешь учиться. И именно в нашей школе. Не, может, ты все-таки убежишь? Я тебе помогу. Ну, тогда давай двойки исправлять. Скажи мне, пожалуйста, сколько будет 2 × 2? 4. О, умница! Молодец, можешь, если хочешь. Теперь мы его спрашивать по геометрии. Чему равен квадрат гипотенузы? Шурик, сынок, подумай, сосредоточься. Сумме квадратов. А, сумме квадратов. Достаточно 3. 4. Так, Анна, что вы ему задавали на завтра? Бисектрису угла. Так, Шурик, сынок, я тебя умоляю, выучи завтрашний урок. Выучи. Ради себя прошу, ни для кого. Выучи. Да я-то выучу. А она опять не спросит. У меня так было уже. Спросит, спросит. И запомни, Кочегар, получишь вот еще одну двойку, исключу, и ни в одну школу. Ты меня знаешь, иди. А вы? Поставите еще одну двойку, уволю. И не в одну школу. Вы меня знаете. Идите. Кочегаров! Выпуск этого века звучит необыкновенно.